В первом квартале в дежурной части управления поступило более 19 тысяч заявлений о преступлениях и правонарушениях. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число преступлений снизилось на 3 с лишним %. Из общего количества преступлений, принимаемыми мерами, удалось снизить количество совершенных преступлений следующих видов. Как тяжкий, особо тяжкий, на 21,2%. Грабежей на 31%. Разбоев 55,6%. Краж на 13,8%. В том числе краж автотранспортных средств на 3,6%. Краж из квартир на 38,8%. Всего к уголовной ответственности в текущем году привлечено 552 лица. Этот показатель является вторым по области. Профильный заместитель руководителя районной администрации Максим Шерманов поблагодарил полицейских за хорошую работу. В ходе совещания были отработаны наиболее актуальные вопросы взаимодействия силовиков с органами местного самоуправления. Губернатор Московской области введен рейтинг безопасности районов и городских округов Московской области. Соответственно, нас теперь будут рейтинговать по уровню криминализации и по еще определенным дополнительным показателям. Из дополнительных показателей самым важным станет оценка, которую правоохранительному блоку даст население. Представителями населения на совещании были члены общественного совета, действующего при Одинцовском управлении полиции. Его председатель Александр Сивак обратил внимание на необходимость дополнительных мер по защите пожилых людей от мошенников. Также по уже сложившейся традиции в ходе собрания прошло награждение сотрудников, показавших самые высокие служебные результаты. Благодарственные письма и грамоты вручались от имени Министерства внутренних дел, регионального и межмуниципального управления и районной администрации. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».